Хотела сказать по поводу детей. Ну, каждый родитель хочет, чтобы, ну, верующий родитель хочет, чтобы дети поклонялись Богу, были с Ним, потому что только с Ним есть благо, милость. Вот, и я не исключение, очень переживаю и молюсь за детей, чтобы они... Хотя переживать это не, ну, не состояние верующих, но есть, вот, и я Богу об этом говорю. Притеснение – это не состояние на верующих детей. И мне Бог говорит, что ты убирай страхи, а наоборот, полагайся... Да. И Бог наказывает, примахни страхи и просто смейся довери. И вот я молюсь постоянно на служении, я посвящаю детей Богу. На службе ты постоянно молишь, посвящаешь свое детство на Бог. И вот на прошлой неделе Оля с Сашей Жданович говорят о том, что... Ольга и Саша Жданович. Что у них есть побуждение на подростковое служение. И ты им искренне направят служение за тинейджеры. Я сказала, конечно, супер. Ну, действительно, это супер. Я сказала, что твоя много добрее. Но внутри я переживала, потому что... у сына, вот как слово «учеба», у него сразу начинается отторжение. И я много сопротивлялась, за что это, например, мой сын, когда учу и думаю, ученый, и веднага има соотблоска от этого. И, значит, я тянула неделю, скажем так. И некогда одна седмица чакала. И мне Оля в субботу говорит, пишет, так будет Андрей? И Ольга мне пишет, да лишь ты будешь Андрей на твое служение. Я, значит, беру все, убираю все страхи, набираю его по телефону. Махам всички ты сестраховые и мусульбажным. Говорю, Андрюш, так и так, есть служение, вот тебя приглашают. Андрей, ему твое служение, и ты канет, да дойдешь. А он мне говорит, а мне Леша уже написал? И мы уже договорились. И то мне казалось, что вечер Леша ему и написал, и ты вечер сейчас уговорили. И вы знаете, Бог все устраивает. И Бог всичку вот, пудрежда. Вот мы полагаемся на Него. И вот так приходят обстоятельства. Не, мы се доверяваме, и идут такие обстоятельства, что даже не нам нечего переживать. И няма от какого да се притесняваме. Главное, чтобы мы верили, молились и знали, что Бог благой. Аминь. Важно да веруваме, да се молим, и да знаем, че Бог и благ. Да, слава Богу. Я тоже немножко расскажу свидетельство. Мы вчера были в гостях у наших старых-старых знакомых, болгар. И бяхме на гости при нашей болгари, познаете вчера. Близкие. Мы познакомились с ними 17 лет или 18 лет назад. Преди 17 години мы с запознали с тех. И она участвовала вообще в том, что она, ну, раскрутила просто Геннадия здесь. Она сделала рекламу. Я направила гуляма реклама за Геннадий. Да, она получила освобождение позвонка одного. Получила освобождение на один прешлен. И мы вообще были такими друзьями, они старше нас. Бяхме много добрые приятели, те са повъзрастни от нас. И когда мы сказали, что мы верующие и пригласили их в церковь, то отношения наши разорвались. И обаче, когда казахме, че сме вярващи, и ги поканихме на църква, спряхме да общуваме. Да, прям как будто бы такая преграда стала. И все равно са половина преграда между нас. И где-то 2 или 3 года назад они нам позвонили и сказали, что Ачо, ангел его зовут, он при смерти. И преди 2 години мне освободиха и казаха, че Ачо вече пред смерто. И она сказала, вот вчера она нам сказала, он никого не хотел видеть, он сказал, позвоните Геннадию, пусть он приедет. То и никой не искал да вижда, сам искаши Геннадий да види. Да, мы тогда приехали, но мы не знали, что вот, мы только вчера узнали, что оказывается, вот, ну, только Геннадия, вот он хотел видеть. Нет, не го знаехме, сам вчера научихме, че то искаши да види сам Геннадий. И после того случая мы опять не виделись 2 или 3 года, и она пришла к нам на работу. След он за случай не се виждахме пак 2-3 години, говорит, я хочу, хочу пройти лечение у вас. Тя каза, че иска да мине лечение при нас. И пригласила нас в гости опять. И поканила нас на гости. Вот, и мы хорошо так вчера время провели. Много добре прекарахме время. Ну, и мы поняли, что нам нужно быть уже понастойчивее. Разбрахме, че трябва да сме понастойчивее. Ну, то есть первое свидетельство, так, ну, первый опыт, мы получили отказ, но теперь они протянули опять руку. Отказ, обаче пак... Им предложихме. Да, мы предложили помолиться, помолились вчера. Предложихме да се помолим, се помолихме. Вот, и, ну, сейчас немножко вас развеселю. И малко что ви развеселю. И она говорит, у вас Даша, она постоянно на работе, ну, мы теперь узнали, что у нас на работе происходит, когда нас нет. Она постоянно говорит, у нас тут такие чудеса происходят, у нас тут такие чудеса происходят.
Ами, тя ни разказа, че Даша, която на работата ни, когато нас няма, разбрахме какво се случва, и тя казва постоянно, че някакви чудеса се случват на работата ни. И говорит, я прошла у вас лечение, и Даша говорит, ну, всего хорошего, улыбается, до свидания. И когато минах лечение, тя ми казва всичко добро, и много се усмихва. И я говорю, я получила чудо у вас. И тя казва, получих чудо при вас. И она, о, слава Богу, слава Богу. И тя казва, слава Богу, слава на Бога. Да, ну вот такая вот история, немножко я вас развеселила, слава Богу. Мы вчера тоже посмеялись, узнали, что у нас на работе происходит чудеса. Мы научихме, че на работе не сосучивают чудеса. Да, слава Богу. Пусть и здесь, и мы будем говорить, что и здесь у нас постоянно происходят чудеса. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава на Бога. Да, давайте за детей помолимся. Да, всегда, всегда происходят. Не только здесь, а в нашей жизни всегда происходят чудеса. Пойдемте, дети, мы помолимся за вас.